Наидобрейший вечер, уважаемые друзья. Мы продолжаем наш очередной урок. Итак, мы хотим еще сдвинуться на один уровень. Кли Якар. Говорит нам в недельной главе Парашат Мишпатим. Авал кдей лавине дварам. Но прежде мы попробуем понять его слова, но вначале мы должны сделать небольшое как бы вступление его основу. Говорит нам пророк Малахи, вая асамелех кисе. Так, ну-ка открываем пророка. Малахи какой? Малахим первый? Аль, да. Юдхэ. Десятый. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. Часть шесть ступенек было у престола, вверх круглый, у престола сзади, и подлокотники по обе стороны сиденья, и два льва стояли у подлокотников, и 12 львов стояли там на шести ступеньках по обе стороны. Подобно этому не бывало ни в одном из царств. Прокрестует... Да, мы говорим про царя Соломона, да? Почему Малахи о нем говорит? Ну там же его это как-то царство. А Малахи, я думал, пророк Малахи. Малахи Малех, окей. Ну, здесь вопрос, как он мог позволить сделать как бы львов, это же как бы как вот Азара, это да? Окей. Миши мидабер аль кисе шлому бархава гдола, тот, кто говорит про этот, говорит, это Таргум Шени. А Таргум Шени в Мегилат Эстер. Муфия бегаон мивилна аль Мегилат Эстер. Шитхашек лахашируш кисош шомо. Да? Там говорится в Вильнинском гаоне на Мегилат Эстер, что как-то он захотел, говорит, этот Ахашвирош, стул, говорит, как у царя Соломона. Говорит на Мидраш Ильку, чему не Мегилат Эстер. Баями маем кешевет амелех Ахашвирош амру. Кшаладаму нахад зараша вехривит бет мигдаш, эглай циткияу веет Исраэль лебавел, воцит кисы шааса лемен шломо бохохмото. Короче говоря, он всех взял, говорит, в плен, и также взял, говорит, стул, говорит, царя Соломона. Шнемар вияс амелех шломо, кисе шен гадол шоковеш бавани, у того маргалиот. Он был сделан весь, говорит, из бриллиантов. Вешеш маалот аюлю кисе. И шесть ступенек, говорит, было, говорит, у этого, говорит. Кол маала у маала, שכובשת באבנים טובות מרגליות והם לבנות ירק רחוק לדומות זילון נגד קרסני נגד רזני רזני קם נגד והם כזה זכויות טובות קריסטלי ואילן את מרים היו מקיפין לכיסא אוקיי יבקרו כניבו גברית את הסטול בולי כך ב... Ну, он был очень сильно украшен, короче говоря. Там разные птицы, разные табасим, короче говоря. Шне араючел зава ю омдим лемала речона. Там, говорит, два, говорит, льва наверху стояли. Шне амудим шее. Шее шаю, шай шаю омдим ал рошу араю. Там, говорит, над головами стояли, говорит, разные, говорит, ну, как называется их? Шай, 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 это... Мрамор. Как? Мрамор. Мрамор. У шней гефаним ше зааба мудот аль миштейц да кисе месрод роше амудин. А Мидраш просто так это не будет писать, что к чему я думаю. У мацилот аль роше амудин у шней арайот зааб вахалим аю амудин бденгет аришон. Ваю малахим мине басамим шаю золфим башамай кая мелах шлому оле. Там, короче, были разные благовония, когда он поднимался. ושש תקריתה עוד של זהב היו בשני צדי הכיסא, האחד לכהן גדול ואחד לסגן, איתן גצטולי בולידי כהן גדול לאיבו גד פמושניקה, ושבעים, מקיפי כיסא שבעים זקני סנדרי ישראל, אבקרו גלית בולידית סייב דיסית סטולי. כגדה מלך גלית כדה צר גד פדימלסיה, היה נותן לגרו על מעלה, חוזר גלגל שן מגנין, Аре пошит ядо аль ямин, а венеше пошит ядо аль смол. Короче, там он когда поднимался, говорит, лев поднимал ногу. Короче, там целые, как часы работали они, короче говоря.
Да. Ваамер нишаля эмве оле. И царь, говорит, полагался на это и поднимался на следующую ступеньку. А я с кольмала умала, когда я оле ла роша кисе, а нишарим пошурим канфеем ва олим. А когда, говорит, поднимался, говорит, на последнюю ступеньку, говорит, тогда, говорит, расковали скрыли, говорит, этих как-то его. Нишарим орлов. Уми нагним, а юми кисе мала шошала мелех. И они, говорит, заигрывали, играли, говорит, в музыку. Короче, там целая. И спускалась, говорит, там, говорит, золотая птица, говорит, которая, говорит, открывала Тору, говорит, и пела, говорит, слышишь? Да, проносила Тору ему на руки, и как написано в Торе, что и будет она с ним всю его жизнь, имеется в виду Тора, правильно? Укшая коин гадоль, вас закинем шуалим бешлома мелех, а когда, говорит, Коэн Гадор говорит, из Кеним. Спрашивали царя, как он, что он, Йошвим и Мином Симуров, да не ему один, и говорит, обсуждали, говорит, с ним, говорит, суды. Укшема Алин, это Айд Лифней Штома, Аю Миннагнот Покаим. И говорит, играли, говорит, когда, говорит, поднимался, говорит, туда, говорит, какой-то свидетель. Галгалот Хозрим Арайот Ноамим. Левы, говорит, крич, рычали. Нешарим порхима, говорит, как говорится, орлы, говорит, вылетали. Тавасим рацин, а эти, говорит, тавас. Тавас, это эти, утки, говорит, кричали. Павлин. Павлин, слегка, да, тавас. Как-то павлин, точно. Рацин, велама лахтов либам алаедим. Для чего они все это делали? Потому что когда это происходило, значит, свидетели входили в ужас и говорили правду. Слышите? Но потом, когда на выходный царь говорил, хотел, говорит, сесть на него, лишев аля владуна циткияу беравлата, когда, говорит, на выходный царь хотел сесть, говорит, и судить, говорит, циткияу, говорит, на этом стуле, боута шамру Исраэль ниткаем алену маши неймар овим полилим. Вело я йодея менагенин Переш рагло пока танин шелкесев ше хозер бетоха менагенин вика ото али рехошел смол. Адиомото. Короче, когда он поднялся на стул, говорит, неправильно поднялся, говорит. Лев его, говорит, так ударил, говорит, что всю свою жизнь до смерти, говорит, мучился от этой боли. Вееш умри пар онука. Шиба ото мируша, иви ото мируша, лайм, и уйолим цнаем, убикеш лалот в А есть, говорят, что фараон, говорит, взял его, говорит. И он, говорит, залез, говорит, получил, говорит, как следует, говорит, и хромал всю жизнь. И поэтому, говорит, фараон называется, говорит, хромой, как бы. Кшихрив на уходный сражает Иерусалим, бали их вождь Мицраим. Когда, говорит, на уходный говорит, злодей, говорит, уничтожил Иерусалим и пошел, говорит, завоевать, говорит, Египет, и нашел этот стул, שם נתנו ולכו לבבל וישב על וקישו ערים נפל ממנו. איתגדה נפיס נשתו גד, אודר יבוא גד, לב גברית וכוסיו, איון גד ופל. А почему, говорит, он был так наказан? Потому что, говорит, ты, говорит, сел, говорит, на стул, говорит, который, говорит, мудрость дана была, говорит, с небес. Вообще, Амелех, дар я вещь. וכשהמלך דרייבש והחריב את בבל ונטל את הכיסא והביאו למדי ולא ישב עליו אדם. פתאום דרייבש פרניוס הוא גברית למדי, בושה גדנים וכתוב נסידיל. וכשהמלך החשבות שלח להביא חכמים למצרים לעשות כתוב הכיסא ולא יכלו לעשות, עכשיו ועשו, שמו כיסא אחר, לקח נאמר בשביל המלך אחשוורוש על כיסא. Поэтому, говорит, Вилисгал говорит, говорит, что, говорит, Алькисе Малхуто, почему там упомянут, говорит, стул? Все, говорит, и за стул он попал куда? Он попал, говорит, в город, который назывался Шушан. Так он же не смог вытащить трон из Иерусалима. Как его Дарвеш вытащил, я не понимаю. Не смог вытащить трон, который он построил в городе Шушан.
Ведь Ну, столица была Шушан в то время. но он хотел вытащить же трон Шломо Амелеха и не смог. Не-не-не-не-не, доктор Аминов. Он когда понял, что все, кто на нем сидели, говорит, получали, говорит, по мозгам, Ну. он понял, что он не сможет его на нем сидеть. Он так он сделал что-то похожее, чтобы сказать, вот у меня стул самого царя Соломона, понимаете? Но что произошло, когда его построили, его не смогли сдвинуть с места. Я видел, она хашвиро, что мы начали кисеть, что мы вамру эн бая. Они говорят, мы сделаем тебе. Сделали, ты, говорит, стул. Уляхар мекен рацула вирла и рабира. Но потом хотели, говорит, принести, говорит, перевести этот стул, говорит, в столицу. Но не смогли его перевести. Машушана и рабира, амара хашвирош. Если, говорит, невозможно, говорит, этот стул перенести, тогда что? Всю, говорит, столицу, говорит, переведем куда? Шушан, говорит Вильнинский Гаон. Все это произошло из-за чего? Потому что не из-за стула, из-за чего? Там жил кто? Мордехай. Поэтому в голову, говорит, Ахашвирош ударило, говорит, что? Стул. Поэтому, когда мы видим, что царь, когда что-то делает, все это, говорит, в руках Бога. Да. И все это для чего было сделано, чтобы он попал, говорит, куда? Шушан, чтобы спасти еврейский народ, чтобы Мордехай мог спасти. Говорит Рабину Бахаи, вступление к книгу Брешит, Умидабер Бархава Гдола. Там, говорит, Рабину Бахаи, говорит, упоминает, говорит, этот стул, говорит, царя Соломона, говорит, следующее. Парашат Брешит. Шломо Амеле Халалю Нима Тахтоним. Царь, говорит, Соломон, говорит, царствовал, говорит, над небесами и землей. Шенеймар, как написано в Ешев, что Малькисе Ашем Мелех. Как написано, говорит, в книге Деврея Ямим, что, говорит, царь, говорит, сел, говорит, на стуле Бога, говорит, царем. Ваешь леха лит орер микан. Маду акара кату кисешному кисеш ашем. Почему, говорит, стул, говорит, Соломон, назывался стул, говорит, Бога. И я хехол, а кату лямшил кисе хол и кисе кодеш. Как можно, говорит, святое смешать, говорит, с будним? А валянянки кисешлома я дугма. Ву дугма. Но говорят, что царь, говорит, Соломон, его стул, говорит, это был примером. И сказали, говорит, наши мудрецы, говорит, «Йодеэя цефонот ашер дверим к дорбанот, и вью альзэ маамар у меоро нифла, рехо кешеми на то». Ну, наши мудрецы принесли, говорит, очень интересное, говорит, объяснение. «Маамар маир эне ассехен, умавик кабарак, вумина маамер ашем перузим». Сифреем перузим, вцфуним, вцифреем, вушам ру, тане, рабихия, мелех, оле, тишаим, миламет, чеен, кодуш, да кадуш, бруху, шоре, поход, ми, тишаим, эле, врибот, малахим. Говорит, что царь говорит, Всевышний, то есть, не спускается, говорит, меньше, говорит, сколько? 90 тысяч, говорит, десятитысячных, говорит, ангелов. Ваамелех Шломо тишиим элев кисаот лефанав. А говорит царь Соломон, говорит, 90 тысяч стульев, говорит, перед ним. Тишиим элев катар кадерей заава юло мисаю ле кисе. Короче, над них сидели, говорит, мудрецы, говорит, талмидей хахамим, везганим, векуаним, велевим, шевим. Короче, очень уважаемые люди сидели на них. Кнегет эхат легат хозе. Эхат ленатен, кисе эхат леидо бачева в имо. Короче, там сидела его бабушка, короче говоря. Его мама сидела. Помните, да, его бабушка сидела там также. А райо дугма шибай невра урам седра гвура. Ну, там, говорит, это все было, говорит, напротив, как бы был как построен был Вселенная, как бы, мир. Все намоки, короче, были на этом стуле, понимаете? Написано в книге Ишаяу. Так, Ишаяу. Сейчас открываю Ишаяу. Еще а я какой? Мерхед.
Юдгимин. Ишая 48. Юдгимин. И рука моя основала землю, и десница моя распростерла небеса. Я воззову к ним и предстанут вместе. Ну что теперь опять, секундочку. Порядок, так. Убышнаим арайот. И два говорит, лева говорит, шней а сарим, а адерим ану адим. Бише мотехем, эхад лямин, вехад лесмол. Везеу шиамар эцел айидот. Ютбет аририм, шенаим асар минхагим макифин такисе шломо лохол рух, рух варба, рухот баолам. Эхен седа дегалим, мидбар шаю макифин это арон. Точно так же, говорит, как говорит, Арон на Кодыш, говорит, его говорит, окружали, говорит, знамения. Пнезе а я рауи ли каре кисе шломо, поэтому, говорит, он как бы был бы, он как бы параллельно как бы небесам, понимаете, этот стул, стол был сделан, стул. И поэтому его называли, говорит, стул, говорит, Бога. У меня не дашь тому, тахсисе рам умиднасе миадуре бешрара цума маала нифла ва рам машер бекисе аковод. Откуда он взял знак все тонкости, говорит, верхнего стула? Что он до такой степени был как бы сильно, понимал в этом, что сделал, говорит, копию того стула. Заядуа, висик, он говорит, все это, говорит, достал, говорит, силой, говорит, мудростью Торой. Умеайн таволо, архуд лед мулех бенаним, эла бетоха хума Тора, шии мина элюним. И поэтому ему дало, говорит, дано было, говорит, тоже господствовать над небесами, так как Тора была до нас откуда? С небес. Поэтому благодаря Торе он научился, говорит, спустил, говорит, все это вниз. Итак, мы знаем, что у кисе кавод было сколько? Четыре дмуё, четыре, говорит, лица. Регеле хачель арие. Одна нога стула была похожа на льва, вторая, говорит, на быка, третьего на орла, а четвертая нога была похожа на человека. Мы знаем, кто человек. Кто это был? Яковину. Илю, эло мусагим шишнам гам ле кисе шломо. Холмаши мушпа ба кисе, мисамен мархуйот. И у Соломон Божий такие же, говорит, эффекты. Лев, говорит, это, говорит, царь, говорит, зверей. Шор, говорит, бык, это царь, говорит, животных. Нешер, говорит, орел, говорит, это царь, говорит, всех, говорит, птиц. А Адам, говорит, он царь, говорит, над всеми ними. Валем Йошва Кадруху Мелех, и над ними, говорит, сидит Всевышний, говорит, который, говорит, царь всех, говорит, царей. Говорит нам Хазал Мидраш Шохартов Батейлим. Параграф 72. Бекеш Давид. Амелех Лишломо Элоим Мишпатеха. Лемелех тен. А Давид, если не Акадош Бургу, сказал, говорит, Давид перед Богом, Ношел Олам. Тен Мишпатеха Лемелех. Тен лебни шломо шиадун. Виемелех, дай, говорит, царю Соломону, говорит, быть, говорит, судьей, и говорит, пусть он, говорит, будет царем, как ты, говорит, судишь. Лама, кашем шата данное белоидим, точно так же, как ты, говорит, судишь, говорит, без судей, говорит, и без предупреждения. Так же пусть Соломон, говорит, судит, говорит, без судей, и без, говорит, предупреждения. А Марлея Кадош Баруху сказал, говорит, ему Всевышний, как они усе, я так и сделаю, говорит. И поэтому написано дальше, ваешев шломаль кисе ашем, и сел, говорит, царь Соломон, говорит, на стул, говорит, Бога, на престол Бога. Вехи в шару ладам лишь его кисе ашен, раз мог, может человек сидеть, говорит, на стул, говорит, на стул Бога? Алло, кати, ведь написано, карсая шавивим денур, что, говорит, стул, говорит, Бога, это, говорит, сделали из всего, говорит, огня, говорит. Так как можно на нем садиться, слышите? Эла, шаядан, ке йоцро, мело эдим, бро атра,
Имеется в виду, говорит, что он, говорит, мог судить, говорит, без, говорит, предупреждения и без, говорит, судей, без свидетелей. Вефу шлому дан лоидим. И где мы, говорит, мы знаем, говорит, что он, говорит, да, судил. Мы это видим где? В третьем параграфе, правильно? В книге Малахим Алев. Что там рассказывает, помните? Продолжай. Были про двух женщин, правильно? Что там было? Мы убегали, что их ребенок, он сказал, давайте его пополам разделим. Бали, 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 бали. Ана. Заглянем в него. Вот эти. Это не Мелахим? 3.16. А, Малахим, 3.16, нет? Это Мелахим вы открыли? А, это еще раз. Ну да. Звучит по-другому. И доктор Джима, 3.16. Вот он. Когда пришли две женщины блудницы к царю и стали перед ним, и сказала одна женщина: «О, господин мой, я эта женщина». Вот то, все, все, все. Это как раз тот рассказ. Он судил, как говорится, без, как говорится, помощи этих как свидетелей, правильно? Да. Сказал Рави Биньямин, Бешен Рави Юда Амар, Зонотаю, Баулифне Диншне Мар, Ватомер Айша Ахад, Биадони, Вахерет Омерет. Сказала одна женщина, господин мой, это я, живем в одном доме. Вы слышали, да, что здесь написано? Читайте, доктор Амина. Одна женщина сказала одна женщина: «О, господин мой, я эта женщина живем в одном доме и родила при ней в том доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, никого посторонних с нами не было, только мы вдвоем были в доме. И умер сын этой женщины ночью, потому что она заспала его. И встала она посреди ночи, взяла сына моего от меня, когда раба твоя спала, и положила его у своей груди, а своего мертвого сына положила у моей груди. И встала я утром, чтобы покормить сына своего, и вот он мертвый. А когда я присмотрелась к нему утром, то увидела, что это не мой сын, которого я родила. И сказала та другая женщина: нет, твой сын мертв, а мой сын живой. А это говорил ей: нет, твой сын мертв, а мой живой. Так говорили перед царем». Короче говоря, Гамана там рассказывает, что в конце концов что? Что царь Соломон сказал? Разрежьте его, говорит. Почему? Не зря, говорит, Бог, говорит, дал, говорит, два глаза, говорит. Разве недостаточно был один глаз? Бог, говорит, ждал, говорит, этот суд, говорит, чтобы поделить вас, говорит, на две части. Правильно? Сказал Раби Илаэй. Как, говорит, мог, говорит, царь Соломон, говорит, такое сделать? Уже, говорит, один, говорит, умер, говорит, зачем второго убивать? Иллеха эре чималаха наар. Все начали обзывать его. Коэлет написано, да? Он же говорит, ребенок, как вы ему дали, говорит, судить? Говорит, такой, говорит, суд. Написано в книгах, что? Киван ча амар тнуля это элет эхай вамет. Аль тем митеу. Вилах эре чималехех наар. Пасак кадавар азе вазо псика шел наар. Киван ча амар тенула это эле техай ваамет ал темитеу. Яцта бат кол ваамра и имо. Киван ча рау сэр ках амру ашреха Исраэль. Когда, короче говоря, он сказал, когда он сказал, режьте ребенка, я готов, он сказал, нет, нет, отдайте. Тогда что сказал это как-то его царь Соломон? Отдайте, это его мама, та, вторая. И вышел голос, сказал, да, это его мама. Почему, говорит, вышел голос?
Амара Велезар Бишлуша Макомоду Фиа Кадрубуху Яста Баткрува Мраш. Один динамейн. В трех местах, говорит, Бог говорит, открылся, говорит, сказал, говорит, что суд, говорит, это суд, говорит, правильный. Бебет Дино Шельшем. Первый, говорит, это было в Бедин Шема. Когда, говорит, пришла, говорит, Тамар, правильно сказала, Керна, кого это, говорит, это? Что-то от садка Мимени. Мимени кто сказал? Это Иуда. Нет, говорят, что это Иуда сказал. А есть, говорят, что кто сказал? Батон. Всевышний. Он сказал, она, говорит, садка, Мимени Бог сказал. Правильно? Угу. Это они судились, говорит, Бедини, говорит, где? У? Что? Да. Дальше. ויאמר אלוהים עד השם בכם ואמרו עוד בן בא אלה בעד כל יצא הכל ואמרה אני עד בדבר הזה ושואל שמואל לקח שום דבר מאף אחד. Второй раз, третий раз, говорит, вышел, говорит, у Шмуэля, говоришь, когда он сказал, я никогда ни у кого ничего не брал, говорит, и вышел голос и сказал это, да. И в третий раз, бединоши шломош неймар, ваамет, альтимитеу и имо. Лема и руми каами руми, и лабатку ляца вам раз, что имо. В трех местах, понятно? У Шауля, а почему у Моше не сказал? У Шмуэля, а? А Моше тоже говорил, я ничего у вас не брал, ни осла, ни этого. Ну да, там они ему поверили, а здесь, говорит, голос вышел. А у Шмуэля вышел голос, второй у кого вышел? У Шмуэля вы сказали, это Иуда. И третий, еще раз, Иуда, Шмуэль и... Шломо. Все нам это нужно, говорит, для следующего, говорит, этапа. Для спрашивают какого? Наши мудрецы, говорит, зачем, говорит, у царя Соломона, говорит, было, говорит, 6 ступеней. Говорит нам Мидраш. Вевьё это корбанам лифне Ашем. И принесли, говорит, они, говорит, перед Богом, говорит, 6 агалот. Цав 6, говорит, этих, как это его, агалот. Телег. 6, потому что, говорит, это 6, говорит, имей брешит. 6 кнегет шиша сидре мишна. 6 кнегет имаот. Элоэн сара ривка рахел велеа билха зилпа. 6 амаравуна кнегет 6 митцвот. Шамелах митцвот бухол йом. Который царь обязается, обязывается каждый день. И они. Чтобы, говорит, не размножал себе жен. Второе. Чтобы не размножал себе, говорит, лошадей. Третье. Чтобы не, говорит, а? Чтобы Египет не возвращался. Чтобы не имел, говорит, много денег, правильно? Да. Следующее. Велот тате мишпат, велот акир по ним. И не говорит, не искажай, говорит, суд. И не лицемеруй. И не бери, говорит, шоха. Мидраш эстер раба ищинуй. Мидраше, говорит, есть небольшое изменение. 6 малотых секнеги чешар каким. 6, говорит, ступень, говорит, как 6 небес. Почему, говорит, не 7? Сказал Раби Авун бен де Малка, шаарет иутун аракия бишви, шааре титион, аракия шви, о которых унится шам, потому что 7 аракия, говорит, там уже Бог находится. Не гидзело, а сумма ланусефе, там, говорит, не сделали ступеньку. Так что 6. 6 кнегет, 6, говорит, материков, 6, говорит, земель, гия, ция, несия, тевель, וכתיב והוא ישפוט את תבל בצדק ושק נגד שישה שדה משנה שש גד שש גד שדה משנה זרעים מועד נשים נזיקים קדושים טהרות שש כנגד שש דני גברת ראשון דה שש גד שש אמהות שרה רבקה רחל ולאה בלהה וזלפה גברית נם יפה נוף למגילת אסתר נאמר כי מלך שלמה, המלך גם העליונים, שתו גצר סלמון, גדבול גצרנו גדנד נביסמי, גברית, אינד זמלוי. ופעט מוזיס נפיס נשייס, נפרוסיב שייס גברית, שתו נביסוף. שייס זמל גברית, נפרוסיב גשייס סדרי משנה. לומר לך שלמה המלך פסק על פי התורה שבכתב התורה שבעל פה, אה? סם נביסוף, זה נשי. מה בסילי פשוט, נסיבוי נחוץ בוך נסיבוי נביא. И поэтому это уже не засчитали, говорят, как 7, а 6. Понятно. Есть такие, которые объясняют это так. Теперь 6 и 6. Почему по 6? Потому что они зависят друг от друга, понимаете? Каким образом? Вот, объясняю. 6, говорит, земель, говорит, да, материков. Да. Это благодаря 6 шаси дре мишна. Сказать тебе, что царь Соломон
Всегда, говорит, когда давал, говорит, Аллаха, он говорит, только говорит, использовал Тураши Бальпе. Шесть книг, шесть имаот, шесть, говорит, напротив, говорит, шесть матерей. Но малыха, сказать тебе, муж это, мехашив это ля, возили пали меня на имаот. То, что так же, как ты как бы засчитываешь в счет, говорит, так же и говорит, зильпа. И, значит, Леаба зильпа альминян, а ему вот как тахнис это рута мовия тох керем Исраэль. Так же, занесешь, говорит, кого рут. Ведь мы знаем, что царь Давид, говорит, пришел, говорит, от кого от рут. Ну что? Ну, только колено Иуды, а все остальные пришли. Чем это ма, шеш псур кольшу, вадай, шело баим хазал ломар лаха, ше гам била в зилипа нехнасим на меня, на имахот, лахен гам кенур мовия, кшира лахнис бекерем Исраэль. Как говорит, приняли, говорит, иудаизм, говорит, зильпу, говорит, леу, говорит, так и их, что, говорит, они как бы тоже были приняты все. Ба сефер мусар навиим, Аль-Сефер Малахим Масбир Ламма Аса Шеш Мало Лекисе Кнеги Шеш Мия Башит. Он объясняет, говорит, почему, говорит, у царя Соломона, говорит, будет шесть ступень, говорит, как говорит Масе Брешит, какое-то отношение имеет один к другому. Говорит Сефер Анавиим, у Маши Аякан Ремез Аль Шеш Мия Брешит, то, что говорит, здесь был намек, говорит, на шесть говорит, дней творения. Зоэлефи Маша Мруба Шаббат, то, что говорит, наши мудрецы, говорит, в субботе. Коль Даян Шидан Дин Эме, для Мито Афилу, Шаяхат Мале Алавкату Килу, Наса Шутавля Кадуш Бруху Наса Брешит. Он как будто вот судья, который, говорит, честно говорит, ведет, говорит, свой суд, он как будто, говорит, что? Стал партнером. А там, зачем еще до Амру Бавоот? Альдина Олам Каям, говорит, на суде, говорит, мир, говорит, существует. Лахен у Наса Шутавля, поэтому он, говорит, стал партнером. Как будто стоял весь всю вселенную. Лахен Маляки Сэй Аюмарам. Зима Шеши Мей Брешит. Там, говорит, поэтому в стуле, говорит, был намек, говорит, на шесть, говорит, что? Не, говорит, Брешита. Но марша кисе азе, шеладин натан лекиум ламма шнибруем элю. Потому что, говорит, сказать, что суд, говорит, дает, говорит, существование, говорит, этому миру. Это все было, говорит, вступление. А сейчас, говорит, начнем, говорит, недельную главу. Понятно. Аткана кафар еще надо. Давайте подчеркнем, чтобы мы не запутались здесь. Да. Завтра же Рош-Кодеш. Да, да. Все, пожелаем хорошего дня. Да, вечера. Но уже ночь, а завтра во сколько будет? Хороший вопрос, завтра свадьба.